Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Больше 200 миллионов рублей выплатили предпринимателям, пострадавшим от ковид-ограничений. Новые меры поддержки действуют в ноябре и декабре этого года. Сумма единовременной выплаты зависит от числа работников. С расчетом 1 МРОТ – это 12 790 рублей на одного сотрудника. Всего с начала приема заявлений их поступило больше 4 тысяч. 3 тысячи были одобрены, так как соответствуют всем указанным в постановлении о субсидии условиям. Общее число работников, которые трудятся в этих организациях, более 17 тысяч человек. Сумма начисленных субсидий – 221 миллион. Выплачено уже 219 из них. Программа «Экономика». 700 кировчан заплатят за свои авто налог на роскошь. Об этом рассказали в УФСН России по Кировской области. Там напомнили, что за все машины, которые стоят больше 3 миллионов рублей, при исчислении налога применяют повышающий коэффициент от 1,1 до 3 в зависимости от стоимости. Всего 704 кировчанина заплатят в этом году такой налог. Общая начисленная сумма 16 миллионов рублей. Самое популярные дорогие авто среди кировчан – это Toyota Land Cruiser 150 и 200. А вот самый большой налог в регионе заплатит в этом году владелец машины Mercedes-Benz AMG SL63 с мощностью двигателя 585 лошадиных сил. Сумму в налоговой не называют, но если предположить, что автомобиль выпущен недавно, то налоговый калькулятор выдает цифру 263 тысячи рублей. Стоит такой автомобиль сейчас, кстати, порядка 12 миллионов. В этом году кировчане платят налог за 2020 год. Сделать это надо до 1 декабря. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Сдача имущества в аренду не требует много времени и приносит деньги. Сотрудничество с таксопарком – один из вариантов такого бизнеса. Это избавит от необходимости искать, менять арендаторов, собирать деньги и проводить ремонт. Все заботы на компании. В Кирове такие услуги предоставляет Пулоспарк. Партнеры получают от 26 тысяч рублей и не могут беспокоиться, есть ли у их авто заказы. Почему? Рассказывает основатель компании Олег Юдин. Средняя загрузка парка за срок более 2 лет составляет около 95% в месяц. Это говорит о том, что наши автомобили практически не стоят. И это неудивительно, потому что мы покупаем только новые автомобили. Сразу ставим на них газовое оборудование и делаем все, чтобы у них был самый максимальный приоритет в распределении заказов в городе. Мы являемся официальным партнером Яндекс.Такси в Кирове. А Яндекс, в свою очередь, крупнейший агрегатор заказа такси в России. Без заказов мы точно не останемся. Главное вовремя и качественно обслуживать автомобили. Кроме того, Пулоспарк работает по системе пула, а это солидарная ответственность партнеров и равные суммы. Доход kirov.ru – сайт для тех, кто хочет разобраться подробнее. 73 74 11 – телефон для записи на консультацию. Взять в аренду автомобиль такси тоже можно в Пулоспарке. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 74 рубля и 37 копеек. Евро 83 рубля 64 копейки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.